через 15 мы распрощаемся с нашими гостями. Но я хочу сказать телезрителям, что на этом наш праздничный эфирный день не заканчивается. Впереди еще целый выпуск праздничного видеоканала «Еще одна Россия», в котором мы собрали материалы из различных городов, портов, больших портов России, где тоже готовились и встречали этот праздник. Чуть позже, вечером уже, к 18 часам, будет подготовлен обзор событий сегодняшнего дня, а также еще материалы, которые есть у нас для того, чтобы шире представить картину праздника. Сегодня в эфир выйдет также и праздничный концерт, специальный выпуск Информ-ТВ, это все будет позже. А сейчас, вот в последней части нашей программы, я хотел бы воспользоваться случаем и сказать еще вот о чем. Анатолий Александрович, который вместе с вами провел это утро и рассказывал о событиях праздника, он вообще-то интересный человек с точки зрения истории. Вот те книги, которые он принес с собой, я думаю, режиссер сейчас покажет студию, это книги, в работе над которыми он принимал участие. Если мы сейчас увидим, Анатолий Александрович. Ну, давайте их, по крайней мере, назовем, эти это книжки. Это первая книга «На румбах морской славы», она посвящена 300-летию российского флота. Ага, вот мы сейчас их. Так. Это книга «Под Андреевским флагом», которая издана в Германии. Вот сейчас. Вы автор этих изданий? Да, я автор этих изданий. Автор этих изданий. Это книга «Кронштадтская крепость». Вот «Кронштадтская крепость». Давайте покажем. Это история Кронштадта, очень подробно описана. Сейчас готовятся две новых работы «Петр Великий, основатель российского флота». Такую работу мы сейчас готовим к изданию. И очень хочется сделать подарок нашим детям. Очень хочется. Вот поэтому мы сейчас планируем выпустить книгу, ну так, скорее всего, это даже не книга, а альбом. Детская иллюстрированная историческая энциклопедия «Российский флот от А до Я». Спасибо, Анатолий Александрович, это удивительные, замечательные книги. Но мы хотим продолжить тему поздравлений и продолжить тему тельняшек в эстраде. Я знаю, что у нас не только морская львица Эдита Пьеха, но тельняшку постоянно носит Юрий Шевчук. Ну аж если говорить о самых настоящих моряках, которые вплыли в большое искусство, это медьки. Медькуют которые. Да. Которые медькуют. И к вашему удовольствию, я думаю, к удовольствию наших телезрителей, мы сейчас хотим показать вам поздравления от этих людей. Дело в том, что я с детства мечтал быть капитаном или как минимум боцманом. Но мой папа хотел, чтобы я стал строителем. А мой дедушка завещал мне, чтобы я стал архитектором. Поэтому я немножко побыл архитектором, потом неожиданно стал музыкантом. И все-таки считаю, что к концу своего жизненного пути я все-таки стану боцманом. Поэтому поздравляю всех с 300-летием Российского морского флота. Ура! Мы сейчас с вами находимся на борту крейсера с громким почетным званием «Медьки». И я, как ни странно, вот рядовой матрос, который, конечно, тоже, как ни странно, мечтал быть капитаном все свое детство. Вячеслава, мечтал быть боцманом, меня в детстве его уже звали. У меня была кличка такая «Боцман». Вот. Очень люблю море, моя мечта вообще пройти по морю на каком-либо судне, как месяц-два. Работал докером в Нижнеколымском морском порту. Немножко вот прикоснулся к морю все-таки, как бы был на берегу. Поздравляю от всей души всех моряков с великолепным, замечательным праздником. Такая дата, 300 лет, просто очень сильно. Вам всем 7 футов под килем, счастья, хорошего ветра попутного, чтобы там движки, железо, все служило правильно, ничего не ломалось, чтобы полосы только были белые. Удачи с праздником. Сегодня для меня день особый. Дело в том, что вся как-то судьба моя и моих предков связана с морем. Вот. Дело в том, что мой прапрапрадед был голландский шкипер при Петре.
И так или иначе, многие мои предки были вот моряками. От лица всех Митьков, дорогие братки, поздравляю вас с праздником. Российскому флоту! Ура! Ну вот это одно из последних поздравлений нашего утреннего канала, нашей утренней трансляции. Но, естественно, просто этими поздравлениями мы задаем тон всему сегодняшнему дню. Сколько их еще сегодня прозвучит? Очень много, я думаю, в адрес наших славных моряков. Мы очень благодарны всем, кто помог нам сегодня в этой трансляции. Это было очень сложное дело. Вы видели, сколько было задействовано людей, сколько было задействовано камер, сколько работало журналистов. Сколько людей нам просто помогли технически, уже не говоря о том, что в этой студии нам все время помогали удивительные морские комментаторы, я бы сказала. Одну секунду, прежде чем мы предоставим им последнее слово в нашей сегодняшней программе, я действительно хочу сказать о тех, кто технически помог нам сегодня провести эту трансляцию, включить уникальные материалы. Это прежде всего мы хотим поблагодарить командующего военно-космическими силами Российской Федерации генерал-полковника Иновца Владимира Леонтьевича, начальника Главного управления внутренних дел Петербурга, генерал-лейтенанта Юрия Николаевича Лоскутова и командира Ленинградской военно-морской базы контр-адмирала Александра Ивановича Корнилова. Помощь со стороны этих людей помогла состояться празднику в эфире. И вполне она неоценима. Так вот, действительно, тех, с кем мы плечо к плечу отстояли положенные 4 часа вахту, в эфире. Вахту, да, вахту. Да. Да, в общем, полная вахта. Но, как говорил Всеволод Вишневский в «Оптимистической трагедии», последнее слово — предрассудок буржуазного суда, я думаю, что главными виновниками этой передачи являетесь все-таки вы, Володя и Ирина. Большое я думаю о том, что вам. В этом большое спасибо в первую очередь вам. А мы еще раз вас представляем. Морозов Владимир Борисович, капитан первого ранга. И потомственный моряк. И Анатолий Александрович Раздолгин, как вы уже поняли, историк, человек, который хочет сохранить историю флота надолго еще. Ну, а что вы сказали бы своим коллегам? Ну, и завершая сегодняшнюю передачу, хочу поблагодарить вас за то, что вы дали возможность нас пригласить и выступить перед нашими коллегами. И очень хочется от имени ветеранов флота, учредителей нашего фонда, Валентина Николаевича Паникоровского, президента фонда, сердечно поздравить всех наших жителей, всех моряков, не только военно-морского флота, но и речного флота, торгового флота, судостроительной промышленности, пограничников морских, со знаменательной датой Днем военно-морского флота и приближающимся 300-летием юбилея флота. Всего вам самого доброго, счастья, здоровья, благополучия, благополучия вашим семьям, членам вашей семьи. Всего доброго. И ваше слово, Владимир Борисович. Я думаю о том, что каждый военный моряк или тот, кто близок к морю, сегодня отмечает огромный праздник. Я их поздравляю от всего сердца. Самого большого и счастливого дня вам. Каждый день. С праздником. Ну что же, теперь нам осталось подвести маленький короткий итог. По-моему, мы все вместе с вами стали свидетелями замечательного праздника. Мы стали свидетелями события, важного события исторического. В Петербурге главный морской парад состоялся. Ну, я хочу принести извинения, если что-то у нас не состыковалось, если где-то вы не попали точно как раз в эпизод праздника, о котором рассказывали. Поймите, действительно у нас сегодня была большая работа. Работало 26 камер на берегах. Большая премьера. Огромное спасибо режиссеру всего этого действия Эрнесту Серебренникову, который тоже отстоял свою вахту, но за режиссерским пультом. Я думаю, что телезрители и других городов России сегодня увидели Петербург в несколько необычном ракурсе, рассвеченный флагами праздника. Мы еще раз поздравляем всех моряков, всех, кто имеет отношение к этому празднику, с Днем военно-морского флота. Вы имеете в виду, что, по-моему, сегодня еще и день торговли наложился на это дело. Вот надо посмотреть. Поздравляем и скажу честно, как только закончится эфир, поднимем то, что нужно поднять в таких случаях. Володя имеет в виду чарку. Чарку, конечно. Огромное вам спасибо. Здоровья, счастья, любви и 7 футов под килем. Всего доброго.